сейчас с вами видим Максима Алешина. Алешин тоже Максим уже у нас опытный гимнаст, который также в списках сборной команды. И, конечно, мы могли вправе бы на него рассчитывать побольше. Он довольно такой взрослый уже молодой человек, 79-го года рождения, заслуженный мастер спорта. Ну вот по школе движения уже сразу видно, что такой гимнаст, конечно, с хорошей школой. Много уже таких повторяемых для нас элементов, но это элементы, которые позволяют гимнасту набирать трудность своей программы. И вот рядом мы видим с Юрием Лампичем Василий Сергеевич Чебураев и Владимир Михайлович Смолевский, это профессор кафедры гимнастики. И, в общем, вот это как раз и Евгений Розин, вот они все сидят, те люди, которые очень много вложили в развитие советской гимнастики, сейчас передают опыт, естественно, российской гимнастики. Вот они буквально считали с карандашом в руке нагрузки на каждой тренировке, в каждую неделю докладывали тому или другому гимнасту объем его работы и все полезного действия. В общем, это был такой кропотливый, казалось бы, нудный труд, но очень положительный эффект от такого труда. Это мы с вами видим на повторе все того же Максима Алешина. По фактуре он очень хорошо сложен для гимнастики. Длинные ноги, легкие ноги. И вот оценку он получил за такую работу 9.